завтрак действительно шикарный. 7 яиц. Да, яиц много, но это того стоит. Ну, муки-то увидите, сколько я кладу. Соль 2,5 чайной ложки. Так, масло подсолнечное 50 мл. Включила на замес и добавляю ровно 1,7 кг муки. Ну, добавляю постепенно. И еще смотрите, если у вас яйца маленькие, может быть, вам надо 1,650 кг муки. Короче, я с гриппом уже совсем гоню. У меня еще надо 400 мл воды комнатной температуры. У меня температура, поэтому извиняюсь. Я делаю тесто вечером, положу его в холодильник и завтра буду лепить. Я сегодня не работоспособная. И вот такое тесто получается, оно реально шикарное. Сейчас я его разрежу и покажу вам. Оно еще даже не отлежало. Представляете, оно еще отлежит. Еще ему полежать надо, только вот сейчас замес сделаю. Отличное тесто. Но еще также обязательно начинка для пельменей должна быть без жидкости. Я уже показывала, как делать. Видите, жидкости нету, но они будут сочные. Как все это делать? У меня все есть ленки. Я уже по 5, по 7 раз показывала.